Приветствую вас, поздравляю вас с успешным завершением открытой части нашего тренинга. Надеюсь, вы записали видеоотзыв и получили уже бонус от меня. Очень надеюсь на то, что вы уже стали приглашать людей в наш тренинг-центр и учить свою структуру, используя те материалы, которые сейчас есть в нем и которые в нем будут появляться. В этом ролике я расскажу о нашей закрытой части. В закрытой части будет еще больше информации, но она уже будет более такого практического плана, то есть то, что нужно повторять и делать. В закрытой части первого этапа нашего курса, базового этапа, я расскажу вам о сервисах создания графического контента, то есть научу вас пользоваться, тех, кто не умеет, сервисом Canva. Вы получите бесплатно доступ к платному варианту сервиса создания продающих видео. Это сервис Supa на данный момент. Возможно, будут еще какие-то сервисы. Научитесь создавать продающие видео, которое будет презентовать вас, показывать ценность вашего предложения, ценность вашей консультации, продукта, который вы продвигаете, в видеоформате. Научимся создавать продающие видео и выкладывать у себя в социальных сетях. Я расскажу вам о сервисах поиска целевой аудитории, чтобы вы могли более эффективно находить людей, с которыми можно и нужно контактировать. Потому что вот в данный момент времени их интересует экспертность вашей ниши. Научимся находить этих людей и общаться с ними. Будем использовать сервисы поиска целевой аудитории. Ну и, конечно, будет самое важное, с моей точки зрения, это отработка, практическая отработка в формате бизнес-игры с нашими участниками тренинга. Мы отработаем варианты диалогов в социальных сетях, то есть вариант диалога, подводящего к вашей продающей консультации в онлайн, либо консультации в офлайн на Биопульсаре. То есть в зависимости от того, на что вы будете людей приглашать, вот все эти диалоги мы отработаем. Ну и, конечно, самое важное, это необходимо будет отработать именно этап закрытия сделки. Именно саму вашу консультацию онлайн мы ее прям проведем, привлечем нашего мега-специалиста, нашего генерального директора Ольгу Васильевну, чтобы она оценила, подсказала, как лучше это делать, потому что у Ольги Васильевны колоссальный практический опыт, благодаря которой Ольга Васильевна построила свою огромную структуру в нашей компании. Вы получите реально бесценные практические кейсы. Вряд ли у вас у всех была возможность напрямую поучиться у Ольги Васильевны, ее методикам приглашения вы их получите. И можете использовать как и вы, так и люди, которых вы будете привлекать к обучению в нашем тренинг-центре. На первом этапе не будет никаких сложностей технических. Технические сложности в кавычках пойдут дальше, когда мы будем говорить о средствах автоматизации, воронках продаж, но это все вторые и третьи этапы нашего тренинга. Сейчас я вас приглашаю именно на закрытую часть первого этапа нашего базового тренинга клиента Vivasan из интернета. Для того, чтобы получить доступ, ключ к этому тренингу, вам необходимо связаться с вашим спонсором. В правом верхнем углу кнопочка «Связаться», спешитесь спонсором, он объяснит вам правила участия. На момент записи этого ролика правила очень простые. Вы должны быть зарегистрированы в компании Vivasan, регистрация у нас бесплатна. В курсе компьютерной грамотности я, возможно, выложу ролик, как это технически сделать, зарегистрироваться. И вам необходимо активировать свое членство, то есть купить 5 продуктов. Все, пожалуйста, вы получаете доступ к нашим обучающим материалам, которые мы уже выкладываем не для всех. Возможно, какие-то корректировки внесет ваш спонсор, потому что именно он вас учит на тренинг-центре в условиях доступа к закрытой части. Пожалуйста, связывайтесь с ним и узнавайте. Если по каким-то причинам спонсор не отвечает, пожалуйста, пишите в техподдержку. Контакты техподдержки я указывал в уроках нашего тренинга, но повторюсь в материалах этого ролика. Благодарю вас, жду вас всех на закрытой части. Успехов вам, всего самого лучшего.